Здравствуйте. У меня день начинается. День начинается с того, что я буду печь то ли хлеб сладкий, то ли такое молоко у меня скисшее. Дрожжи грамм 15 было. Сейчас замешу, разбавила, посмотрю, как получится. Так, день начинается так. Проведу сегодня один блок. Ну а тут я подготовила с вечера морковку. Я всегда готовлю морковку, тыкву, яблоко. Ну, тут морковки много купила, очень хорошие. Буду делать в соковыжималке всем сок. Ну, я стараюсь всем сделать. Так, вот здесь витамины наши. Это цинк обязательно. Мы пьем сейчас мелатонин. Это, знаете, в период вот этого заболевания распространенного. Потом омега обязательно. И витамин D3. Да. Это 4. Раз, два, три, четыре. Обязательно мы пьем. Сержика приходится заставлять бегать за ним. А Аня, Раик, ну, нормально. Я тоже что-то забываю иногда. Тошка наш. Тё! Тосенька! Тосюля! Так полюбила я его уже. Уже просто вот полюбила и все. Он такой ласковый, хороший, Тошка наш. Ну и, конечно, кипяченая вода с куркумой. С куркумой. Имбирь сюда иногда кладу. И мед. Это первым долгом. Конечно, все это правильно, но не обязательно, может быть, есть люди, что ничего, никаких витаминов не употребляют, ничего. Все в комплексе хорошо, знаете, когда и витамины, и хорошее настроение, и спорт, и правильное питание, плюс-минус. Потом я прихожу, обычно сажусь в кресло и включаю елочку. Такая моя маленькая елочка. Я люблю везде, чтобы вот выключен свет, а елку я включаю. В этом году у меня маленькая комната. Елка большая у Анечки, и я еще одну большую елку отнесла в павильон суши пицца к Сержику. Такие эти. Купила я разные. И есть и огни, есть и шарики. Но я разные купила. Но Азат говорит, это много будет на такую маленькую елку. Я с ним согласна. А Дед Морозик как хорошо сюда вписался. Это игрушка. Как так вписался. Смотрите, какой у меня сок получился. Кстати, здесь две морковки. Вот такой маленькой кружечки. Две морковки. Ну, средние морковки. И вот мой завтрак. На досочке. Знаете, есть такая, ну, дива Яна Рудковская. Она все время в своем инстаграме показывает шикарные завтраки. Там сервировка на уровне, на высшем уровне. Ну, прекрасная там и сервировка, и обстановка, и посуда. А у меня, видите, какая досочка. Вы так часто себе устраиваете завтраки? На досочке. Ну, я сделала гренки. И люблю вот этот сыр бри. Так, на досочке около окна будет проходить в одиночестве мой завтрак. Смотрите, какая пенка у меня на кофе. Да, классная очень. Я очень люблю кофе с пенкой. Азат очень любит смотреть передачи. Такого плана передачи, ну, где про путешествия. Он прям сидит. А чё ты? Заканчивается уже у меня это алоэ. Я не хочу здесь покупать, потому что, мне кажется, здесь подделка. Это я с Китая привезла. Вот такие орехи всегда у нас. Кофе. Весь стол вот это в рабочих документах Азата. В каких-то проводах. Не получается по-другому у нас. Никак. А вот это то... Масло. Помните, я вам рассказывала о нем. Оно очень повышает настроение, успокаивает. Ну, какое-то такое создается более благоприятное, когда его используешь. Это очень большая ответственность. Сандал. Сандал не роли. Одна таблетка. Два раза. Пить час ежи, так?
Пишу. Бери для себя. Она на таблетку два раза? Да. В день два раза? Пить час ежи. А пить час ежи одну, да? Почему? Ну да. И запивать водой. Прочитала ты, да? Да, но немного ли. Это Азат учит, чтобы Аня разбиралась в инструкциях. Купила ей витамины для глаз. Всё, Азат, покажи, какие витамины. Что это? Это врач нам назначил. Покажи ближе. И тут есть и омега, и медь. Тут все есть. Тут много чего есть. У кого зрение плохое, вот могут... Ты не попадаешь в этот. Я уже попала. Нет, у кого зрение плохое, тот может. Витамин, вот этот основной для зрения, рыбий жир, омега-3. Да. Потом туда состав идет цинк, медь, витамин Е, витамин С. И радикалы есть другие, лютин. Лютеин, Трансвертрол и так далее. D3 есть. Ну, D3 обязательно. Да. Ну, хороший витамин, особенно вот сейчас. А у деток сейчас у многих зрение плохое, то было бы неплохо. Омега и медь. Тут все есть. Тут много чего есть. У кого зрение плохое, вот могут... Ты не попадаешь в этот. Я уже попала. Нет. У кого зрение плохое, тот может... Витамин омега-3. Да. Потом туда состав идет. Цинк, медь, витамин Е, витамин С. И радикалы есть другие, лютин, трансвертрол и так далее. D3 есть. Ну, D3 обязательно. Да. Ну, хороший витамин, особенно вот сейчас. А у деток сейчас у многих зрение плохое, то было бы неплохо. Тесто мое подходит. Не знаю, наверное, у меня есть халва, наверное, сделаю рулет из халвы. Сама не знаю. Так, вот так у меня поднялось тесто. Здесь у меня, знаете что, жмых. Я сок морковный делала и остался... Это тоже очень полезно, там много клетчатки. Наверное, я раскатаю рулет и внутри положу этот жмых. И с этот... Я уже забыла, как называется. Как мне нравится тесто. И халву. Ну, вот так я раскатала на две части. На две части разделила свое тесто. Я говорю, я все делала на глаз. И сейчас я сделаю такой рулетик. Это халва. Здесь морковка. Этот жмых, который остался у меня после сока. Немножко корицы. Такое что-то. У меня просто Араик очень сильно любит сладости разные. Так, что-то сейчас сделаю. Знаете, я сняла в печке. Они такие у меня вот так поднялись высоко. Аня сняла через какой-то фильтр в Инстаграме. Я сегодня папку удаляла. И вот сейчас начала монтировать, смотрю, нету. Ну, вот такие они у меня три больших получились. Вот так, как бы, в разрезе. Ну, маловато, может быть. Ну, дрожжевое тесто, знаете, оно там даже не песочное, вот так. Ну, а Райк ел, говорит, вкусно. Вот таких три больших рулета у меня получилось с того теста. В общем, после рабочего дня... Мы приходим сюда с Азадом, вот, и это на... мы уже можем работать, кстати, можем работать, но мы не работаем, потому что работать до 10 нам невыгодно, потому что у нас формат такой, что в 9 часов приходит первый клиент, это караоке, вот, и мы решили не работать. Я думаю, не надо нам работать, неохота. Вот. Что значит неохота? Охота, Азат? Типа выгодно, но неохота, да? То есть нет, нам не выгодно, мне можно было что-то выжить, можно было бы. Ну как-то придумать что-то, что какие-то придумать? Корпоративы, еще что-то можно было придумать, Азат. До 10? До 10. А как-то другие же работают как-то. То есть они все равно, видимо, обходят или закон, или договариваются, мы не хотим. Вот, короче, неохота нам. Нам неохота, мы сидим тут и курим кальян. Это... Скажи, может быть, я неправильно высловилась. Это невыгодно. Это невыгодно, Азат говорит. В чем неохота? А мне еще неохота. Такое ощущение, как будто все так хорошо, а мы ленимся и не работаем. Но я считаю, что можно было что-то придумать, Азат. Что придумаешь? Да ничего не можно. Уже,
У нас опыт в этой работе столько есть, что ничего не надо придумывать. И так все ясно. На интуитивном уровне мы понимаем, что это невыгодно. Все. Ну да. Все. И все. По опыту знаем, что это невыгодно. То есть стараться, если мы были молодые, может быть, что-то придумывали, не то, что рисковали, а экспериментировали. А сейчас зачем экспериментировать? 100 лет надо экспериментировать. Да? Азат, молодые бы, имея такой зал, что-то придумывали бы, рисковали бы. Я уверена в этом на 1000%. Молодые просто работали бы. А мы заранее знаем результат. Да. И тратим свое драгоценное время не на эксперименты, а на получение удовольствия от жизни, от того, что ты делаешь. Вот это важно. Все, я могу выключить на этой ноте. Вот мы пришли домой, и посмотрите, какая еда у меня. Ну, я люблю вот очень такой грейпфрукт, мандарины, красный грейпфрукт и зеленый. И какая у Азата? Что ты скажешь, свое оправдание, Азат? Свое оправдание, что ты скажешь? Тут только 100 грамм не хватает, Азат. Может, он где-то есть 100 грамм? Ну как, перец, острый перец, сосиска и салат. Вот такой у нас вечер. Окончание вечера.